И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, надо подбросить, пока не поздно. Во. Так, что тут у нас? Вот патрончики. А я как бы с собой брал уже. Так. Тут ничего. Так, водичку верни. Семечки, фигимечки, надо все повыбрасывать, потому что я не успел. С прошлой серии ничего не успел. Так, гвозди это, кожа. Гвоздики, батончики. Что там, генератор, кстати? Давайте. Жужжите. Так, тут все нормально. Сюда можно скинуть вот это вот. Так, и вот металл еще есть. О, отлично, и спичка. Что у нас тут по жиру? 8 единичек, прям вообще не густо. Совсем. Ну и пепел шадай. Во. И вот эта штука тоже нам не особо нужна. Ну и вот. И хорошо. Этот пистолет, я не знаю, нужен мне пока или не нужен. Пока у меня магнум есть. И он, наверное, явно будет помощнее. Блин, патрон уже девать скоро некуда будет. Выложу-ка пока сюда. Так, что у нас по еде? Ой, у нас все плохо. Помидорки надо. Хотя бы две. Водички попить. Тоже хотя бы две. И что-нибудь съесть. Хотя бы две. Хотя бы две штучки чего-нибудь. Ну и с собой взять одну. Из этих двух. Так, я смотрю, эти помидорки выросли, но сегодня должно все вырасти. Что тут у вас? Давай-ка включи. Пускай дольется. А мы подзаправимся. Так, в печку. Вот, значит, у нас ночью пропали базы. Я не переходил на изи. Так, ну, надо искать, ехать днем. Их здесь нет. База этой тоже я особо уже не вижу. Она где-то вот тут была. Блин, снег пошел. Как только я собрался куда-то ехать. Так, что там у нас по еде? Так, вот это возьмем с собой. Ну, все равно надо... О, выключилось, да? Полив уже выключился. А ты, наверное, раньше еще выключил, да? Да. Так, у нас энергия как бы есть. Если что. Так, ну надо, чтобы было... А, блин, наверное, не хватит, да? Копится, можно так сказать, но очень крайне медленно. Ну тут 55, может, все-таки хватит. То отключилось. Должно сейчас больше идти. Идет, конечно, но очень и очень медленно. Что есть скинуть сюда? По-моему, уголь у нас шел один к одному, если ничего не буду, да? Это, блин, нет смысла в этом вообще. Особо совсем, подожди. Ну, а вот смысл печку подкинуть есть. А, еще рано. Можно одну или две деревяшки подкинуть. Я думаю, одной хватит. Вполне себе. Так, остальное все мне не... Нет, вот. Дверь закрыл. Там дверь нараспашку. Как обычно. Так что ты пройти не можешь? Вон сундук лежит. И кабанчик. Слышь, кабан. Ты ничего не путаешь? Так, ну наконец-то платы. Платы пошли. Так, ну это ладно. Платы это хорошо. Сейчас мы это все выложим. Посмотрим, что с мотиком. Он там как бы должен ремонтироваться был. Возможно, он все еще ремонтируется. Ох, тебе два яйца, говоришь? Это тебе. Как вода минусуется, а? Да, короче, давай себе червяков туда.
Да, этой мадам в перьях бутылочку воды, даже две. Почти нормально. А это все остальное выложим сейчас. Так, ну ты, блин, прыгнул, конечно, прям замечательно. Это сюда. Яичница. Надо пройти. А яичница вот сюда. Будущую. Так, все, это все. Сбагриваем вот сюда. Все, валим, 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 валим. Надо ехать искать, где появились базы. Понятно. Тебя опять скинуло. Давайте заправлю, что ли. Ну. Нормалек. Ты вообще... А, так он починился. Отлично. Блин, еле успел съехать. Ох, монтировать придется много. Уж останавливаться буду часто. Металл никак. А в принципе там металла у меня довольно-таки много, так что... Так, ну по традиции сейчас прорубим полынью. Возможно, здесь будет жемчуг. Я поеду на те места, там, где они были. Скорее всего, там, конечно, нет. Где не появится, только... Надо будет ночью, скорее всего, смотреть, если будет чистая погода. Будут эти, как они? О, отлично. Жемчужинка. А можно две? Можно... Можно, говорит, но не сегодня. А что там, медь? Медь не особо нужна. А вот травиночки я бы пособирал для печенки, в смысле для этой антибиотика. Все, да? А вот еще есть. Еще есть. Это хорошо. А жемчуг еще есть у вас? Нету, говоришь. Ну, сейчас, 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 сейчас. Алло. Ты дышать собираешься сегодня? Во. Так, нету, да? Прям только к стеклу, но стеклом не как бы... А вон, как нету-то. Где-то здесь. Где-то здесь. То ли появилась, то ли я просто не видел. Ну, не важно. Главное, что она есть. Жемчужина не может не есть. Так, возьмем жемчужинку. Ой, в смысле, опять мне жемчужинки уже. Ящички. Давай мне патрона добавить один. Спасибо. Так, а это можно в багажник все скинуть. Конечно, медленный портится оно не будет, это факт, но... Но... И шкурица решила со мной на перегонки побегать. Еще одна сумочка, чё вы не... Серьезно? Вот прям одно перышко. Moving,
I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Не пропускаем, давай три платы. Две, еще одну будешь должен. И еще один патрончик. Ну, пойдет. Так, я уже отсюда вижу, что там ничего нету. Зато сумки лежат. Пистолетные патроны прям дают и дают. Ладно, все равно, как говорится, сбегаю. Ящик, что бензин даром это полить. Тем более здесь недалеко. Надо еще размяться немножко. Давай. Так, есть, говоришь, пара гвоздик. Дай-ка мне веточку одну. Я могу себе сделать аж целых две стрелы. Отлично. Заодно избавимся от нескольких слотов. Ну, гоним туда. Ну, блин, я уже вижу, что его нет. Ну, мало ли. Может, да, нет. Так, здрасте, ваша тетя. Костер остался. У которого уже отъелась. А база где? А база исчезла, зашибись. О, сумочка. Сумочку берем, давай, катон. Так, говоришь, еще. Ну, еще так еще. Ну, и сквозь землю же не провались, ё-моё. Такое это уже, наверное, много. Да ладно, доруби уже до конца. Так, это у нас что? Это у нас железо. Ну, не. Не-не-не. О, скрабик, скрабик, скрабик. Да ладно, тебе еще не один. Аж целых два. Тут не грех топор сделать, на самом-то деле. Тем более все для этого есть. А веревки не нужны. Деревьев подходящих здесь много. Так, давай еще доску. Почему бы, собственно говоря, и нет? И еще доску. Ну, в принципе, не, веревку пока делать не буду. Все, кажется, все. Так, забор никуда не делся. Нет, забор никуда не делся. Ну ладно. Надо будет сейчас поехать на то место, там, где была третья база. Короче, я не знаю, куда они пропали, но костер от них остался. Может, от той базы тоже что-то осталось, хотя что от них там могло остаться?
again. Так, ездим и лутаемся. Что за... Блин, как вот мимо него можно проехать? Ох, монтировать надо. О, слушай, мне даже слифуют дали. Каждая остановка вот это... А, вон еще сумка впереди. Да ладно, тебе прям патрон дали. На винтовку цельный. То есть как бы они тут должны быть, но их нет. Мины случайно не остались от них, а то там костер был, а здесь нет, ничего нет, вообще прям ничего. Были-были, пропали, ну вот теперь новости теперь. Но с другой стороны, это плюс. Мне не надо будет их взрывать. Бомбу я, конечно, сделаю на всякий случай. Вдруг опять эта же первая база попадется, в смысле первого образца. Ладно, едем обратно. Так, разогнался ехать обратно. А жемчужинки? А доски? Давай делай еще один топор. Рубай этим. Тут должны быть жемчуг как минимум еще две штуки. По идее, должно хватить дорубить. Хватило. Так, ничего не вижу. Растения, конечно, возьму. Это не то. Не то, что я хотел. Я вовремя. Кстати, надо поесть уже. Так, давай, ищем. Озеро не маленькое, должно быть хотя бы одно. Одна жемчужинка. Блин, да ее нет. Одну травинку возьму. Серьезно? Я просто не вижу. Вот их нет и все. А, слушай, а мы что, тонуть не будем? Заглючило? Отлично. Тогда могу еще поплавать. Серьезно, здоровье не входит. Я не тону. Класс, я сломал игру. А, я помню, что я сделал. И перед тем, как выныривать, она должна была икнуть. Ну, в смысле, коцнуться. Но я выскочил вдвое, и все. И он остановился. Я сломал игру. Блин, жалко, здесь растения. Давай все растения пособираем в таком случае. Раз нету нифига больше, тогда соберу растения. Серьезно, он не тонет, и акваланга у меня нет. Вот это поворот. Но это очень сложно сделать, если повторять повторно. Так, пещера можно прям плавать без акваланга. Но опять же, это сложно сделать прям. Так совпало. Случайно. Хотя, может быть, если воспроизвести, попробовать это, не знаю. Получится ли.
Вряд ли, наверное. Да, вон еще растение есть. Жемчужинка может появиться. Алло, давай. Озеро, не жмотись. Не, ну серьезно? Я уже три раза бы уже умер за это время. Блин, нет вообще прям ничего. Давай еще там посмотрим еще и буду выплывать. Песок. Ну типа, раз я не тону, почему бы его не взять? Переплавим. Отлично. Продали одну по одну. Сначала одну. Но жемчуга нет, к сожалению. Интересно, интересно, интересно. Это останется эффект? Вряд ли. Но будет прикольно, если он останется. Все, ладно. Нет, тут больше вообще ничего. Я уже все выгреб. Пустишь? Так, а теперь? Наверное, не надо было... А, да, вот что не надо было делать. Реально не надо было. На моток надо садиться. Ну-ка, надо подождем. Как только она должна будет икнуть, я съеду сразу. Ну-ка, спрячу эту. Из рук. Ну-ка. Блин, не успел. А получилось. А получилось. Больше, значит, нельзя так вылазить из проруби. Получается, если еще раз нырнешь, она... О, так это круто. Так это круто. Это надо использовать. Это не читерство, это фича игры. Ладно, поехали. Поехали в другое озеро. Блин, опять лунка заросла. Ну что ты будешь делать? Так, топор выложи. У меня новенький есть. Давай эту штуку. А, она портится, конечно. Ну да. Ладно. Все не испортится. Так, попробуем еще раз. Я не знаю. То есть реально можно прям плыть без акваланга. Но из пещеры, правда, не получится выплыть. Так, блин, смотри, держится. Эффект-то держится. То есть, получается, игра еще не просчитала, что я как бы... Из воды-то я не вылез, в смысле, традиционным способом. Ага. Ну, наверное, так это работает. Возможно. Да, блин, дайте еще одну жемчужину. Что ж такое-то? Жемчуг, жемчуг. А, нету. Так, ладно. Читерский способ. По сути дела. Бесконечная продолжительность нахождения под водой. Без акваланга. Круто. Круто, круто. Явно это в следующем не пофиксит. Можно будет пользоваться. Что позволяет игра, чё бы и не пользоваться. Так, вот это стекло туда заберу, раз такое дело. Но жемчужинка больше не появилась, к сожалению. Ну да ладно. Так, опять же вылазим на мотик. На квадрик, то есть.
Ну-ка, ну-ка. Ну давай. Веревка, серьезно? Вот так прям цельная веревка в ящике? Да вы ж... О, дровосеки? А, ну да, это надо, та база. Это нормально. Уходим отсюда. О, еще и скрабик лежит. О, я же заказывал картончик. Вот тебе, пожалуйста, картончик. Все, прямо игра выполняет. Не сразу, конечно, но выполняет. Просьбу потихоньку. Так, хорошо, давай еще в это озеро нырнем, пока есть время. Неожиданно появился способ. Да ладно, тебе прям яблочко дали. И сколько у меня? 5. Серьезно, так мало? Слышь, свинья! Иди сюда. Брш! Да, правильно, башкой еще в то ударься. Не? Ну, как хочешь. Что у вас там происходит? А, волчок. Волчок приказал долго жить. Ну ты хоть убил кого-то? Студент. Эй, пс, мужик. Стой, дурак. Стой, говорю. Хуже будет. Ну я ему предупреждал, он не хотел останавливаться. Ну, что ж поделаешь. А ты красавчик, волк, я тебе еще, с тобой еще и мясо успею забрать. Отлично. Сумочки прям везде валяются. И даже такая сумочка есть. Ну, вообще прям зачет. У нас есть, да? А, как раз место есть для веточки. Сколько перьев? 3. Раз, 2, 3. Так, что жарим? Так, блин. Конечно, поменял одно на другое, ну ладно. Шило на мыло поменял. Смысл, а где еще кто-то у вас тут? Вы что, вдвоем хотите сказать были? Не поверю. Блин, я потерял... Это временно солнце... Солнце ушло. Я же хотел лунку прорубить. Ну, в принципе, там и ничего. У нас лампочка есть? Есть. Нырнуть можем? Можем. Так что ныряй. Студент. Да вот где-нибудь здесь руби. Вот вам, пожалуйста, новый способ. Пользуйтесь. Как минимум в одну сторону без акваланка можно прям плыть. Пш, смотри, блин, вообще не... Класс. Кто бы мог подумать. Жемчуг есть? Говорю, жемчуг есть? Так, что это? Стекло. Ладно, это я буду брать. А, некуда, да? А, есть куда. Блин, обычно... В смысле, как обычно? Иногда тут бывает. Вот прямо здесь. Но не сегодня. Хотел с этого воздуха, ага. А воздух-то уже как бы... Как бы и не нужен. Персонажу. У него выросли легкие, наверное. В смысле, жабры. Точнее говоря. Они легкие. Легкие не так были. Вот, отлично. Так, если вдруг, то это, у меня тут фундамент прямо от этого донизу идет. Так что не надо мне писать, что я на воде вишу. На воде я никак не вишу. У меня фундамент все четко идет прям до основания. Я это еще проделал для того, чтобы не разрушилась база.
Ну, в плане... Как объяснить-то? Когда же он... Или если разработчик введет физику для здания разрушения, строения, чтобы они должны там привязаны быть к земле, в воздухе, чтобы никто ничего не висел, то... Поэтому я так и сделал. Но уже анонсировано больше года это видео с физикой, и как бы ничего не появилось. Возможно, ничего не появится, а возможно, она скоро обрадует этим. Кто его знает. Разработчик со мной не делится ничем, он даже уже не пишет, в смысле не отвечает мне. Не знаю, что случилось. Цыпа! Цыпа-цыпа-цыпа! Ну-ка, говоришь, яичко снесла, аж целых два. Я бы тебе что-нибудь дал. Вот ягодки вот эти вот возьми. А мне дай вот это, хорошо? Так, только не говорите, что тут холодильник отрубился. Ну закрывай давай. Нет, энергии полно. У меня нет топлива, да, бьем, бляха. Ты ж набралась? А ты не включил, да? А ты не включил! Валенок. Ну на тебе вот эту хрень, потому что мне некуда это ложить. Где этот топор? Там остался, да? Что у нас по... Ага. Ну, рано. Могу дать еще вот эту пока временно. Всем платным уже 9 есть, неплохо. А жемчуг где моя? Там в машине. Ты сделаешь био... Ага. Так, давай мне... Что я хотел? Топливо. Я хотел поставить... Ай, блин. Давай. Вот так-то лучше. Так, тут я ничего не готовил. Хотя у меня уже 4 яйца есть. И у меня есть мясо. Как раз 2. Можем сейчас забабахать 2 яичницы. Во. Это все на место. Яблоки еще пригодятся. Я все тешу себя, что... А вдруг когда-нибудь в игре появится яблочный пирог, к примеру. А у меня как бы есть яблоки. Я что-то хотел сделать, но я что-то делаю не то. Вот это надо было здесь оставить, где оно. И вот это. Все остальное... Ой, я... Так, что говоришь, металл... Что-то у меня там переплавилось мелкое. А, ну давай, плави это. Тут надолго хватит плавить. Окно-то я не закрыл, так уже 15 штук. О, слушай, а это место-то кончается. Потихоньку. Надо бы что ли использовать. Так. Картошка, говоришь, созрела. Ну ладно, надо по... А, это надо заняться, конечно. Так, помидоры созрели. Да, какой срыв... Не надо ничего пока срывать. Мы пока рассыпаем пепел. Воды прям кот наплакал. И здесь прям выросло. А ты что тут у нас унываешь? Ну, в принципе, само скоро включится. Можно помочь. Так, по-моему, там одна яичница уже сготовилась. Так. Делим напополам. Еще раз напополам. И вот так. О, отлично. Вот мы и потратили немножко хлама всякого. Слушай, а что если я еще раз нырну? Эффект этот остался или нет? А после... После... Блин, а мотоцикл, я уже если вылежу, он пропадет, эффект. Если перезайти. Ладно, это уже следующая серия. Ну что ж, на этом заканчиваю серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.